innocent, honey, if I told you about the way that I felt. Yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me, if you want it, baby. If you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. Let me tell you about the way that I've been thinking about us. Всем доброе утро, ребята. Я уже сделала зарядку и умылась, и причесалась. Я сегодня снимаю такой больше не влог, утро, мое утро и все такое, а обычный влог. Поэтому если вы хотите, чтобы я сняла мое утро, то напишите в комментариях или проявите активность, и я сниму такое видео, где я более подробно расскажу, что я там делаю утром. В общем, я уже покушала, и, кстати, сегодня 9 августа, надо переставить календарик. Я уже покушала, и у нас в комнате даже немного посветлело. Сейчас у меня в планах почитать немного английский и, наверное, распишем для начала планы на день. Я временно планы на день пишу не в этой тетради. Я временно планы пишу просто на обычном листочке А4, пока я не купила себе ежедневник, но скоро я его куплю и буду уже писать там, потому что в последнее время у меня появилось так много планов, и я просто не успеваю за всем. Могу что-то забыть, могу что-то не сделать. И да, это очень нужная вещь, особенно сейчас. Запишу на этой, наверное, стороне. Планы прикреплю сюда. И вот такой вот будет. Поехали! Вот, и примерно такого листочка, это типа, можно так сказать, to-do list, да, собственно, начерченный. Я растягиваю на несколько дней, вот, и ставлю примерно сюда. Как видите, я ничего не оформляла, разве что там попыталась сымитировать какое-то небольшое такой красивый почерк. Ладно. Да, сейчас надо делать все. В общем, ребята, я ничего не снимала, потому что до 10 часов я где-то читала английский. Вот по плану на день тут несколько уже пунктиков выполнено, но я, честно, я собой недовольна, потому что мне еще очень-очень много чего делать. Надо выложить видео, потому что оно уже смонтировано, оно уже готово. Его просто надо зарендерить и выложить, поэтому сейчас откладываю все дела, что я делала, и выложу видео.
В общем, ребят, у нас уже стемнело. Я сейчас включу свет. Что самое печальное, на что я вообще должна была обращать внимание? Желтый свет, да. Спасибо. Так, мне не нравится, что такая желтая картинка. Ну так, хоть не так желтая. В общем, сейчас 8 часов. И я буду, скорее всего, дальше читать английский. Надо хотя бы прочитать вот эту страницу, потому что я сегодня прочла только две. Я вообще зажигаю свечки очень редко, но это действительно помогает расслабиться и в какой-то мере сконцентрироваться. Кстати, она пахнет апельсином. Ну, по идее, должна пахнуть апельсином. В общем, ребят, уже вот столько вот времени, да, я просидела здесь еще около часа, и сейчас надо садиться за монтаж нового видео, которое я снимала также сегодня параллельно с этим. Keep on letting my bad habits